В честь столицы Дагестана назвали самолет. Один из боингов авиакомпании «Россия» теперь носит название «Махачкала». Традиция давать имена воздушным суднам в честь городов своей географии полетов появилась год назад. За это время уже названы более 20 лайнеров. «Махачкала» прибудет в республику совсем скоро. Ну и еще одна новость для тех, кто собирается воспользоваться услугами воздушной гавани. В аэропорту Махачкалы появился официальный автоперевозчик. Служба аэропорт-такси, парк которой состоит из автомобилей марки Kia Rio, будет работать круглосуточно. Такси оснащено навигаторами ГЛОНАСС. У них имеются лицензии и желтые номерные знаки. Тариф составляет 20 рублей за 1 километр пути.